Добрый день, друзья, гости, подписчики канала, Разнеделье с вами. Очередная поломочка. У нас на старичке лопнула трубочка, но уже на гидравлике. Ну, вроде вот сейчас мы ее устранили. Сейчас он, Димон, вышел, будем подрегулировать. Короче, сдали в аренду нам вот этот кусочек земли. 8 гектар. И вот мы ее сейчас приводим в порядок. Готовим под посев. Ладненько, друзья, что-то Димон поломался. Сейчас я подъеду, потом вам сниму. Покажу вам кукурузу еще. Так, друзья, вот. Заканчиваем мы уже добивать от эту амброзию. Я не знаю, как тут камеру. И я подъехал к кукурузе. Так, вот наша кукуруза. Сорт, напомню, КСС 5290. Вот в таком она сейчас, вот такие кочаны. В таком она состоянии. Значит, что хочу сказать. Ну вот, два кочана не выгнала, один выгнала. Два кочана не смогла она выгнать. Но один, друзья, стабильный кочан. Стабильный. Как-то так. Сейчас я со стороны отойду. Покажу. Ну, койдет два. Два, скажем так, 50 на 50. Вот по краю. Два, 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 один, два. Ну... Кочаны хорошие. А там он где-то сын залез дискатором. Кочаны прям радуют. Радуют кочанчики. Ну, вот даже покажу. Один вот уже раскрытый. Практически сухой. Вот. Длина, ну, где-то 20 сантиметров кочан. Здесь вот побольше. Да нет, где-то так, где-то 20. Ну, в других районах вообще высохло. А здесь уже кочан клюнул. А у нас передали на 6 дней аномальную жару. Вчера было 40, сегодня до 42. Завтра не знаю, что будет. Но она уже, вот видите сами, она уже подходит. Раскрытая, уже подходит. Уже скоро и убирать, наверное, будет. Все, друзья, поехали мы дальше дисковать. Он, сын, идет. На этом не прощаемся. Говорим, до скорых встреч. Пишите комментарии. Лайки, дизлайки. Мы всему рады. Красиво идет старичок, но его надо делать.